Вітаю! З вами телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про ефективність національної економіки України. В нашій студії Володимир Момот, доктор економічних наук, професор. Вітаю вас! Здравствуйте! Момот Володимир Євгенович – професор кафедри інноваційного менеджменту, доктор економічних наук, проректор з міжнародної діяльності університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро. Освіта – Дніпропетровський державний університет, двигуни літальних апаратів, менеджмент організацій. 2006-2014 – член експертної ради з менеджменту і торгівлі МОН України. Веде заняття в рамках програми МВА у Міжнародній школі бізнесу УАН. Викладає у вишах та бізнес-школах Польщі. Приймає активну участь у роботі програми подвійних дипломів з університетом Уельсу, Велика Британія. Є членом екзаменаційної ради. Член редколегії українських та закордонних наукових видань, що включені до всесвітніх наукометричних баз. Опублікував понад 250 наукових праць, з них 4 монографії та 17 навчально-методичних видань. Здійснює наукове керівництво аспірантами. Улюблена страва – кава з сиром брі. Хобі – теніс, велосипед, САП. Володимире, в національній економіці розрізняють два види ефективності – економічну та соціальну. Давайте розглянемо обидва види і розкажете, які показники маємо на сьогодні і що вони означають, так, на що впливають. Давайте розпочнемо з економічної, так, бо це означає результативність економіки нашої країни. Так, результативність економіки і... Мы всегда ведь задаемся вопросом, почему так произошло, почему наша страна никак не сдвинется с того, я вот подбираю слова, ну, мертвого угла, в котором находится. И, как мне кажется, одно из объяснений, по крайней мере, с помощью разговора об эффективности, рассуждения о эффективности экономики, можно и попытаться дать в ответ на вопрос не только, почему мы здесь оказались, а в каком направлении двигаться дальше. Итак, об эффективности экономики в целом интегральной. Самым главным показателем, который оценивает эту эффективность, является душевой валовый внутренний продукт. Внутренний тот самый ВВП, ВНП, который всегда характеризует страны с точки зрения благосостояния населения. Что это такое? Ну, по определению, это те продукты, которые были произведены и проданы внутри страны. Вот это очень важно. Произведены и проданы. Причем конечные продукты. Сюда не входят там какие-то сырье и материалы. Здесь входит только то, что страна способна изготовить и продать на своем внутреннем рынке. И вот смотрите, наша страна по данным, ну, данных за 2019 год еще нету, они будут где-то к марту. Я все-таки оперирую данными на 2018 год, они традиционно считаются самыми свежими. Так вот, наша страна находится там где-то за границами сотни, это уже давно стало, как сказать, причиной тревоги, беспокойства и в том числе спекуляции. Но про цифры. Наш ВВП находится в районе 3000 долларов на человека. Мне попалось когда-то достаточно интересное исследование, которое, в котором прослеживается исторический ВВП. Так вот, мы всего лишь в 3 раза обошли Римскую империю времен Рождества Христова. Представляете, что это значит? Всего лишь в 3 раза. Это означает, что так получается, что наша страна не может производить в достаточном количестве свои собственные товары, которые здесь, внутри страны, находят сбыт. Чем мы замещаем это? Естественно, импортом. Звісно. А якщо порівняти з ВВП іншої країни? Наприклад, європейської або США, наприклад?
Хороший пример – соседняя Польша, которая имела те же стартовые возможности, что и у нас. Но Польша находится как раз на границе, которая разделяет страны с высоким ВВП от стран, ну, со средним. Мы находимся на конечной границе, то есть там, где уже почти начинаются страны с низким ВВП. Так вот, ВВП Польши составляет 12 с небольшим тысяч долларов на душу населения. Снова, значит, поляки способны произвести на, в год на каждого произвести и продать своему населению продукции на 12 тысяч. В свою очередь это означает, что получена внутри страны зарплата, и люди способны потратиться, люди способны, значит, эти деньги потратить для удовлетворения, ну, цифра говорит о том, что не только каких-то насущных нужд, но и каких-то других более широких потребностей. Ну, а если мы будем говорить о странах развитых, там, конечно, ВВП исчисляется десятками тысяч долларов на человека. Ну, допустим, Голландия – это около 50, Соединенные Штаты 62. Хотя здесь, конечно, можно говорить о несовершенстве этого показателя. Допустим, на первом месте там по разным оценкам разных, эталонным считается оценка Мирового банка. Так вот, по Мировому банку на первом месте стоит такое прекрасное государство, как Люксембург. Со 117, если не ошибаюсь, тысячами населения. Так, даже маленькое. Что они производят? Да ничего. Они продают услуги, потому что там находятся банки, потому что там налоговый рай. Бизнес-центр. На втором месте Швейцария, там около 80-77, ну то есть около 80 тысяч. Есть еще классификация, если не ошибаюсь, по классификации МВФ. На первом месте находится вообще Монако, где 170 тысяч. Ну, снова... площадь, хоча дивно, чому відрізняються ці показники. Совершенно верно. Площадь, нет, площадь маленькая, население крохотное, опять же, несколько банков, которые там существуют, дают это ВВП. Но еще раз, ведь в случае той же Польши, в случае Германии, где 48 тысяч с хвостом ВВП, ведь это не банковские услуги, это продукция, которая производится внутри экономики и находит спрос внутри экономики. Интересен пример Германии, кстати. Когда они объединялись, это где-то начало процесса, ну, понятно, объединились они в 89-м, но процесс относится к 90-м годам. То есть тогда, когда наша экономика, экономика соседней Польши, других постсоциалистических стран лежала в руинах, что придумали умные, дальновидные немцы для бывшей ГДР? Они придумали, предложили вот рабочим, работникам народных предприятий, которые только что, ну, прекратили существовать в советской форме, в советской модели, перешли в рыночную экономику. Они предложили одну очень интересную вещь. Эти предприятия получали гигантские льготы по налогообложению, большие инвестиции в модернизацию со стороны государства при одном условии, что они не будут даже рассматривать вариант, как бы это сказать, слияния и вхождение в крупные транснациональные корпорации. С иноземными? Нет, даже с германскими, даже с германскими. Речь идет о, в том числе и прежде всего, о германских транснациональных предприятиях. Чем они руководствовались? И почему я называю это решение дальновидным? Немцы прекрасно понимали, что эффективность там, скажем, Байерсдорф, это владелец торговой марки Невея, куда выше, чем старой, ныне покойной ГДРовской марки Флорена, это тоже там косметика, бытовая химия. Как только то предприятие перейдет, ну, в собственность, перейдет в концерн Байерсдорф, естественно, начнутся увольнения, естественно, будет всплеск, мы же затрагивали тему социальной эффективности, так. Будет всплеск социального недовольства. Естественно, немцам не хотелось. Они поставили эти условия, они выдвинули эти преференции, а дальше все отравнял рынок. Да, конечно, и увольнения были в конечном счете. И самое главное, что, еще раз, ВВП –
это та продукция, которую мы изготавливаем внутри страны и продаем внутри страны. То есть бывшей Флорене просто было обязательно производить продукцию, которая не хуже, чем один из лидеров мировой косметической промышленности. Тобто нашій владі треба намагатись підтримувати український бізнес, так? Щоб... Ну, примерно так, да. Нужно создавать условия, нужно приводить інвестиції сюди, щоб люди здесь... хотіли інвестувати в свою країну, так, в свій бізнес тут і тут його розвивати. Производить продукцію, де є висока доля труда, і продукцію, яка конкурентоспособна з образцами, ну, лучшими образцами, лучшими достиженнями промисловості мирової, глобальної. Залучання іноземних інвесторів – це теж важливо, так? Да, етапі. Да, но все-таки, і знову, ми говоримо о ефективності, ми говоримо о економічній ефективності. Я хочу сказати, ще обратити ваше внимание, ми затронули соціальний аспект, но все-таки ще одна вещь осталась без внимания. Речь йде не тільки о високій производительності труда і способності производить великі об'єми продукції здесь. Здесь речь йде о том, що... Нашей промышленности, нашим предприятиям необходимо научиться производить продукцию, которая конкурентоспособна, которая здесь продается и добавляет в показатель ВВП на душу населения. Вот такой рецепт, как мы, как нужно этого достигать. Ну, мы уже упомянули, конечно, инвестиции. Но не просто инвестиции как таковые, в общем, в целом, а инвестиции в инновационные, высокотехнологичные направления, стартапы и так далее. То есть там, где будет обеспечена большая доля труда, квалифицированного труда, который запустит вот этот механизм усиления. Чем мы квалифицированнее, чем больше стоит наш труд, тем более качественная наша продукция, и тем больше в конечном счете мы можем купить этой продукции, вкладывая в рост зарплат, инвестиции и так далее. Вот так работает этот механизм усиления, и, к великому сожалению, вот те тренды, те тенденции, которые можно наблюдать, прослеживать с нашим ВВП, говорят, что мы крайне далеки, к великому сожалению, еще раз повторюсь, от этого сценария. Напомню, мы всего лишь в 3 раза превосходим Римскую империю времен Рождества Христова. На жаль, хоча я, наприклад, сьогодні читала новини, що у 2019 році Україна стала лідером так по зміні національної валюти в світовому масштабі. Це правда. І країна також одна з небагатьох, для кого міжнародні фінансові організації підвищили, так, поліпшили прогноз на 2020 рік. Ну, вне всякого сомнения, это так. И то, что мы наблюдаем в обменных пунктах, то, что мы наблюдаем эту позитивную динамику, это, ну, наверное, должно нас обрадовать. Но, как мне кажется, здесь еще и много случайных, всякого рода случайных особенностей и факторов. Потому что, снова, если, ну, к великому сожалению, это... До сих пор так. Мы ведь внутри страны не можем производить, ну, практически большинство продукции, которая высокотехнологична, которая имеет большую долю труда и продается здесь. Назовите мне марку украинского автомобиля. Такое нема. Запорожец, Форца, да, вот, ЗАЗ, Форца, но ведь их-то делают единицы, я не оговорился, даже не тысячи, их делают единицы в месяц, потому что они реально, к сожалению, не находят спроса. А это потенциально в любом, да, хорошо, что гривна укрепилась, но все равно потенциально отсутствие большинства продуктов, которые нужны, которые здесь потребляются, в нашем национальном продукте, это потенциально что? Это потенциально дестабилизатор, это потенциально фактор, который приведет к отрицательному платежному балансу, следовательно, к росту курса валют и всем последствиям, которые мы, к сожалению, являемся свидетелями уже долгое время.
Хочу встигнути ще з вами поспілкуватися щодо соціальної ефективності, так? Яка вказує на досягнутий рівень загального добробуту, ступінь задоволення, рівень потреб. Да, да. І взагалі, я так розумію, це туди питання, чому в Україні люди живуть не так добре, так, як хотілося б їм. Ну, ось це саме соціальна ефективність. Це слідство, звісно. Да, дійсно, в мире, начиная где-то с середины, да даже с начала, в некоторых странах с 81 года, в большинстве стран европейских, ну, Евросоюза будущего проводились, тогда они назывались общим рынком, проводились эти опросы, начиная с 84-86 года, проводился опрос, посвященный системе ценностей, и попутно спрашивали о удовлетворенности людей тем, Життям, не только уровнем жизни, а вот именно в целом жизни, который достигнут в этих странах. Там даже выводился индекс счастья. И что получилось, вернее, что получается, во многих странах, даже во многих европейских странах, даже несмотря на достигнутые, еще раз, индекс начали насчитывать с 81-го, 84-го, 86-го годов. Так вот, вот этот индекс удовлетворенности, успокоенности, если даже хотите, он всегда отстает от реальных экономических достижений стран. И вот еще что важно. Высокий индекс удовлетворенности приводит к тому, что для людей становятся наиболее важными ценности. Есть такая штука, которая называется теорема Энгельхарта. Это американский социальный психолог, который сформулировал следующее предположение, которое носит имя теоремы Энгельхарта. Он сказал, что когда уровень благосостояния переходит определенную черту, население перестает задумываться и ставить во главу угла вот насущные материальные потребности, ну, буквально там благосостояние, кров, стабильность, и начинает задуматься о потребностях высших, то есть свободе, равенство возможностей, демократии и прочих. Так вот, интересно, что в Соединенных Штатах, ну, казалось бы, страна, кощунственно сказать, но это практически правда, выиграла от мировой войны, потому что осталась в стороне и заработала. Так вот, там переход этот в сторону новых ценностей, они называются научным языком постмодернистские, осуществился только в 1978 году. То есть, ну, только Соединенные Штаты отметили свой 200-летний юбилей. В Европе этот переход вообще, ну, понятное дело, Европа потерпела от войны, пострадала. В Европе этот переход разные исследователи оценивают по-разному, но говорят, что это все-таки середина, конец 80-х, то есть тогда, когда, в общем-то, произошел еще и демонтаж социалистической системы. Наверное, это было еще и раздражающим фактором. То есть социальное отстает от материального, экономического. И людей надо, вот в чем проблема, людей надо хорошо убедить в том, что их благосостояние, рост благосостояния, благосостояние стабильно, рост благосостояния гарантирован. И вот только по прошествии некоторого времени, там несколько десятилетий должно пройти, вот только тогда действительно в целом для большинства населения, для большинства народу начнут становиться наиболее важными все-таки ценности, социальные ценности, демократии, равенства и так далее. Вот такая вот интересная ситуация. Еще одно интересное наблюдение, которое я вынес из, анализируя эти данные. Опрос проводится каждые 4 года. Снова... Кого вы проходили опрос в Украине? Проходил в... 2015 году, то есть за 2019 год уже запущена волна, но результатов еще нет. Я думаю, что они обрабатывают довольно медленно. Делает эта организация, институт, который делает этот опрос и обрабатывает результаты, находится в Испании. Работают они по грантам Евросоюза. Ну, то есть это не прибыльная организация. Вовлечено в опрос до 2,1, если быть точным, миллионов респондентов, то есть это по всему миру проводится этот опрос. Я думаю, что результаты 2019 года, прошу прощения, будут известны только
где-то в конце, в середине, конце 20-го, но оперируя результатами вот 15-го года, да, 15-16-го, как они пишут, 15-е это проведение исследований, 16-е обобщение результатов, можно сказать, что ну, Украина находится не в самой плохой компании, потому что по нашим менталитету, по системе ценностей, мы находимся где-то внутри европейских стран, тех стран, в том числе стран Евросоюза, которые уже присоединились и которые, по идее, скоро почувствуют на себе этот переход. Тобто, не дивлячись на те, що економічна ефективність наша десь... Да, соціальна все-таки, соціальна у нас група достатньо... А соціальна десь посередині все ж таки. Посередині. Ну, от я хочу сказати, що, от, допустим... А чому так? А дуже цікавий пример. От, смотрите, є три прибалтійських государства, да, Естонія, Литва і Латвія. Так от... В Литве и в Латвии переход к так называемым постмодернистским ценностям произошел уже, хотя, казалось бы, вопреки тому, что надо было еще ждать несколько поколений. Ну, значит, люди уверены в том, что вот то, что есть, так и будет. Что Украина идет в верном направлении, да. Так? А Эстония где-то задержалась вместе с нами. Интересно, Грузия. Грузия в определенный момент выскочила в когорту. Теперь снова вернулась, что называется, в семью. То есть снова... те ценности, которые превалируют в стране, то есть это все-таки те же ценности и с такой же силой для них важны ценности материального благосостояния, стабильности и так далее. Вот так бывает. Но здесь очень много интересных феноменов. Вообще, мне кажется, это тема отдельного очень интересного разговора, потому что там вплоть до того, что вопросы... уверенности в завтрашнем дне очень серьезно коррелирует с приверженностью большой массы населения к религии. Чем ниже уверенность, тем больше люди готовы следовать, причем жестко следовать, скажем, каким-то церковным даже не ценностям, а догмам, потому что там довольно жестко ставятся вопросы. Вот приоритет о религиозном приоритете вопросы поставлены достаточно жестко. Це ви маєте на увазі, якщо низька соціальна ефективність, так, то більше вот, люди... Да, люди в большей степени почему-то прибегают к религии. Этот факт, наверное, еще требует своего осмысления и дополнительного анализа. Я пока просто говорю о тех трендах, которые мне удалось заметить. Ну, смотрите, в этом опросе по ценностям в общей сложности больше 1000 переменных. Я достаточно, да. Я достаточно внимательно смотрел все-таки вещи, связанные действительно с такими основными ценностями, такими как демократические ценности, такими как ценности материальные, защищенности. Вот, да, затрагивал религиозные ценности. Наверное, есть... какие-то индивидуальные особенности у каждой страны. Как я сказал, скажем, две прибалтийские страны опередили тот тренд, ту закономерность, которая считается, ну, общепринятой. Да, вы сделали скачок в имущественном плане, ждите там полтора-два десятилетия, пока произойдет скачок в мозгах. Они опередили. Грузия вырвалась вперед, потом вернулась. Но я хочу сказать, что снова тот негатив, с которым мы, возвращаясь к нашей стране, все-таки мы пытаемся сегодня находить ответы на вопросы и думать о том, как нам развиваться. Понимаете, какая штука? Тот негатив, который в политическом жизни, наша... настроение, которое иногда можно охарактеризовать как апатию, неверие, оно как раз связано с тем, что, увы, нам до сих пор не удалось увидеть вообще никаких перспектив позитивного
увеличение нашей конкурентоспособности. То есть, покращение имиджа Украины – это теж наш шлях. Даже не только имидж, это все-таки внутренние процессы. Имидж, он направлен вовне. Сейчас, мне кажется, все-таки мода на Украину до сих пор еще не исчерпалась, и имидж внешний у нас более-менее позитивный. Но я говорю о внутренних вещах. Внутренние конфликты також. І говорю, від чого може і залежить настроєння людей. Скажіть, наскільки великою буде економічна користь від повного відкриття аграрного ринку? Як вважаєте? Ну, чесно скажу, я не большой спеціаліст в економіці сільського господарства, але в будь-якому випадку, смотрите, коли ми внедряємо, ну, як мені кажеться, економічні відносини, в полном рыночные отношения, в полном объеме. От этого, конечно же, страна выигрывает интегрально. Другое дело, что мы же с вами понимаем, что мы живем в нашей стране, и сам процесс трансформации может, к сожалению, и этого опасаются очень многие, сам процесс, его технология, что ли, внедрения, может привести сколько к тому, часов что... и сколько это займет, да, может привести к тому, что последствия будут прямо противоположные нашим ожиданиям. К сожалению, это вполне возможно. Еще питання. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв про мету домогтися зростання ВВП на 40% за 5 років. Как вважаете, ну, это реально для Украины? Если честно, мне неизвестно. Страна, которая развивалась швидко, так. Да, таким темпом. Снова, если произойдет какой-то скачок действительно в наших тех отраслях, которые, ну, кроме продуктов, давайте снова говорить о реалиях. Что украинского в подавляющей массе мы потребляем? Прежде всего, продукты питания. Правильно? Так, к конечно. Сожалению. Еще одяг, мабуть, взуття да. Таке є. А ну, может быть. Мало. Ну, да, да. Какие-то наши бренды начинают. Как раз это то в одежде, в каких-то других промышленных товарах. Там и высокая доля квалификации заложена, доля оплаты труда. Но если мы говорим о том, что, ну, большую часть рынка составляют наши же продукты питания, к великому сожалению, доля труда там совсем небольшая. И, к сожалению, вот если не будет сломана тенденция к тому, что здесь у нас потребляются, в ход идут только товары простые, первичные переработки в большинстве случаев, то, ну, я, к сожалению, не вижу реальных резервов такого быстрого роста. Да, можно сказать, что, конечно, мы, допустим, оправляемся, и в конце концов все-таки же оправимся после кризиса. Может быть, начнет там развиваться, я не знаю, строительная отрасль. Какие-то такие, может быть, начнет развиваться машиностроение. Но для этого машиностроению нужно научиться делать продукты, так, которые потребляются здесь. Згодна з вами. Спасибі вам велике за спілкування. Якось ми тільки почали, а вже треба завершувати. Ну, да. Тема слишком... Нагадаю, що в нашій студії був доктор економічних наук, професор Володимир Момот. Спасибі вам. До побачення.